Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Инги Титовой. Чтобы скрыть возрастные преображения и подчеркнуть природную красоту, важно подобрать одежду правильного цвета. От оттенка существенно зависит, будет наряд к лицу вам или нет. Модный яркий образ может включать в себе как элементы пастельных глубоких тонов, так и темных и ярких цветов. Будьте внимательны с оттенками, они должны быть яркими, но не кричащими. Кислотные и чрезмерно броские в глаза будут смотреться нелепо. Лучше подобрать вещи красивого розового, желтого или оранжевого. Приглушенные тона типа янтарный или персиковый будут смотреться отлично. Зрелые дамы обладают особым шармом и обаянием, но и все же иногда возникает желание слегка скрыть пышные формы. Избегайте принтов крупного гороха или больших цветов. Они визуально увеличивают фигуру. Чересчур мелкий, впрочем, даст тот же эффект. Используйте вертикальные линии для визуального вытягивания фигуры. Это могут быть пояса или другие аксессуары. Советую в первую очередь обратить внимание на фасоны, выполненные в минималистичном стиле. Обилие рюшей и других декоративных элементов только подчеркнет ваш возраст. Вам это не нужно. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал, делитесь своим мнением. Всего вам самого хорошего!